2019 года международная межпланетная экспедиция под командованием Дэйва и Фейбо, отправленная на космическом корабле EHT Perfect Hyper-Orbital Device, пытаясь спутник Юпитера в Европу, обнаружила в процессе Юпитера таинственный монолит. Монолит, представляющий собой огромный корабль Юпитер, получил название EHT. Все указано на искусственное происхождение монолита, от местонахождения гигантских размеров до способности к поглощению электромагнитного излучения его природы, частоты и интенсивности. При попытке физического исследования объекта EHT с помощью дистанционно управляемого аппарата EHT Planetary Hyperflexible Drone под управлением пилота Сергоборди произошло невероятно. Копии монолита неожиданно были спроецированы во все ведущие государства мира. Что вселенные появления гигантских объектов поначалу вызвало панику среди землян, что постепенно люди примут к ходу волос. Все это вернуло поразительное открытие профессора Анисимиса, продемонстрировавшего, что монолит EHT является огромным распределенным трансформатором, аккумулирующим энергию космического излучения и передающим ее своим земным копиям. Ну что, дорогие друзья, мы с вами отправляемся в 2019 год.